Как убрать надутый живот без всяких упражнений на пресс? Причин вздутия живота у здорового человека может быть много. В основном они связаны с питанием и работой желудка. Есть несколько основных советов. Каждое утро пить стакан теплой воды с лимоном. Вода с лимонным соком за 15-30 минут до еды помогает нормализовать выделение желудочного сока и снимает симптомы изжоги, убирает отрыжку и препятствует газообразованию в кишечнике. А еще в лимонах много витамина С. Не пить молоко и кофе на завтрак. Молоко стимулирует выработку желудочного сока и повышает его кислотность. Не стоит относиться к нему как к напитку. Это еда и достаточно тяжелая. Выберите ряженку, йогурт или кефир. То, в чем есть пробиотики. Они помогают бактериям желудка переваривать еду. Что касается кофе и пива, они влияют на желудок почти так же, как молоко. Не запивать еду. Напитки во время еды разбавляют желудочный сок и концентрацию ферментов, отвечающих за пищеварение. Поэтому еда переваривается дольше и может начаться процесс брожения. А вследствие этого повышенное газообразование и вздутие живота. Не пить алкоголь на пустой желудок. Алкоголь стимулирует выработку желудочного сока, который при отсутствии пищи в желудке замедляет его работу и начинает разъедать стенки. А при частом употреблении убивает микрофлору желудка и кишечника. Если вопрос, пить или не пить, не стоит. Позаботьтесь, чтобы желудок не оставался пустым. Пить пурпурный чай. Катехины в составе помогают организму бороться с ненужными жировыми отложениями. Метилксантин, который выступает в роли сжигателей жира, не есть много жирного. Жирная пища, фастфуд, жирные сладости, тяжелая еда, она задерживается в желудке в процессе переваривания. Чем труднее желудку переваривать, тем больше газов он вырабатывает. Если есть меньше жирного, можно избежать и тяжести, и чувства дискомфорта. Когда мы едим на бегу или в сухомятку, разговариваем во время еды, плохо пережевываем, увлекаемся газированными напитками, жвачками или курим, мы заглатываем лишний воздух. Он и несет угрозы, однако приводит к вздутию живота и газам. Не увлекаться продуктами, в которых много клетчатки. Это многие фрукты, овощи, ягоды и бобовые. Избыток клетчатки вызывает газообразование и затрудняет работу кишечника из-за грубых волокон. Поэтому не стоит перебарщивать с такой пищей. Расслабляться правильно, спать или медитировать. Беспокойство и стресс приводят к нарушению моторики кишечника. Чтобы справиться с ними, нужно правильно расслабляться. Например, 15-20 минут медитации в день успокаивают сознание, желудок, сердце и приводят в норму кровообращения. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись обязательно на образовательный контент. До новых встреч, друзья!